Всем привет, дорогие друзья, с вами Костя, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Итан Кровавой Леди. Продолжим, мы играем на средней, у нас сегодня миссия «Новая жизнь». Наверное, у нас ничего нельзя. Другой конец штата, 47-й. Ну, цель это гангстер по имени. Так. Я знаю, зачем я это взял. Так. Продолжим. Бежим. Да? При этом нужно, чтобы дошел. Не знаю, зачем это сделал. Пригодится. Блин, кидать буду. Вот он ушел. После этого берем вот этот. И сюда. После этого берем пончики. Не знаю, зачем они. Все. И бежим. Положить пончики. Иксон, проверьте камеру один возле будки. Что там такое? Это пончики. Свежие пончики. Ну не круто. Снимаем маску. Мы из ФБР. Чё, их чё? Вот так, будет знать как. Непонятную еду есть. Можно вырубить свет, но это не вариант. Свет один. Пробегаем сюда. Живут в этот туалет. А это чистильщик бассейна. Опа, меня заметили. Осталось не получить, главное валить. Куда можем? Он не поймет, про какого расскажет. Следуем сюда, бежим. Не стреляйте, я... Все. Блин, меня просто не так начало. Да не я это, блин. Чего вы представить ко мне? Вдруг это не я, а вы просто меня так... Тогда я тоже буду готов применить меры. Так, все. Бежим. Открываем. Ну, открывайте двери. Меня же сейчас убьют. Так. Наш костюм. Берем таблетки. Это нам пригодится. Берем автомат. Просто у нас автомат. Все, перезаряжаем. Блин, все-таки потом запылили меня. Я не знаю, как получилось. Можем бежать. Ладно, и на этом все. С вами был Костя. Подписывайтесь, лайки, жмите на видео. Всем пока.